Всем привет! Сейчас мы кратко разберем песню. Что у нас? В первую очередь, квадастер, третий лад. Если играть в его тональности, можно без него, можно сдвигать, как угодно. Остановимся сейчас на переборе. Что мы здесь должны усвоить? Во-первых, мизинец у нас, как компенсатор, как фундамент, должен быть на корпусе. Тогда легче будет вести большим и остальными пальцами, не будут забалтывать руку. Получается басовая струна с опорой, дальше четвертая со второй, снова басовая, третья, четвертая, вторая. Четвертую струну большим пальцем мы не упираем. Упираем только с пятой по четвертую. В четвертую струну, видите, да, я щипаю. Бас 2, бас 3, 4, 2. Во второй раз мы повторяем на этом аккорде также перебор, но в конце будет третья струна. Бас 2, бас 3, 4, 3. Далее остальные аккорды. С на тех же струнах. F. Можно баре зажать, но с баре устанет рука. Лучше играть F с участием большого пальца. То есть шестую мы зажимаем большим пальцем, четвертую, третью, вторую зажимаем остальными пальцами. Первая струна открытая. В переборе она не участвует, но в боевке она будет задействована. И мы получим аккорд FmH7. Если по дублатуре там смотреть у меня в видео, обратите внимание, что аккорд сначала мы играли чистый F, а в боевке с первой струной с нотой Mi получается уже FmH7. F играю не от пятой, четвертой струны, как в предыдущих аккордах, а шестая, четвертая. 6, 4 со второй. 6, 3, 4, 2. Опять 6, 4 со второй. 6, 3, 4, 3. И последний аккорд, DM. DM играется с четвертой по первую струну. Все, с перебором более-менее уяснили. Дальше у нас идет второй куплет. Две строчки сыграли. Последующие уже начинаются боем. Играем условно указательным пальцем, потому что на медиатор вряд ли успеете перейти. Играем басовую часть сначала. Дальше по нижним с акцентированием. И дальше спокойно вверх-вниз, вверх. Получаем бас, вниз, вверх, вниз, вверх. Там, там, та-та-та-там. Там, та-та-там. Там, та-та-та-там. Там, та-та-та. Вот у нас FmH7 подключается. Там, там, та-та-та-там. Там, та-та-та-там. Переходим к припеву. С припевом у нас тоже интересные нюансы имеются. Первый аккорд — это G-sus4. Шестая зажимается. Пятую мы безымянным приглушаем. Очень хорошо бы ее приглушить. Указательным вторую струну зажимаем первым ладу. И мизинцем первую струну третий лад. Такой вот симпатичный аккорд. Играем бас-акцент. Вверх-вниз, вверх-бас, акцент, вверх, и на ЕМ. И дальше у нас сплошные, тут очень внимательно. Если очень сложно, можно сыграть стандартно, как в остальных боях. То есть сыграть два раза G. И потом на EM спокойно. Все по два раза. Так, конечно, гораздо проще. Я оформил как в оригинале. Кто может, тот сможет. Кто не может, тот не может. Собственно. И все. Дальше на паузу. И пошел проигрыш. Опять боевкой.
Все. Пытайтесь, внимательнее изучайте все движения досконально. Если что, спрашивайте в комментарии. Удачи, пока.